аэродром города Ессентуки. Вот все, мы тут снимаем, что мы стоим, нас уже расставили. Вот там вот БТРы вояки стоят, видно, для детей. Такой городок, где можно попрыгать, покататься. Вот. И вот центральная эстрада. Центральная эстрада, где будут высыпать звезды нашей российской эстрады. Ну вот так вот, где-то так примерно. Вот он, град херачит тут. Вот это да, я снимаю. Вот он град. Япона мать. Да, вон он какой идет. Вот он, вот он. Все, перестаю снимать. Вот, запускают воздушные шары, наполняют их. 5 штук будет. Вот, 3 готовы, 4 на готовности, и 5 там вдалеке надувается. Ну, зрелище красивое, конечно. Сцена вся. Вон она, сцена вся сверкает, светится. Людей тьма. Людей тьма. И люди еще идут, 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 идут. Вот, как мавзолею тянутся. Да, том еще. Вот они, все 5 шаров. Замыли в небо. Прокатиться на нем стоит 5 минут 2500. Вот и думайте теперь. Там музыка, но поют все вживую. Хорошо, молодцы. Вот так. Катаются люди. Это шоу аэростатов. Вот они, эти шары. Просто у меня нет возможности снять их сбоку. Они по очереди там мигают. Играет вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». И вот они все потихонечку по очередности загораются с подсветкой. Сейчас будут заканчивать.
это китайцы. Первые были болгары, это китайцы. Ну, конечно, красиво, но у меня память не вмещает. Идут сопровождение, в световом сопровождении идут песни, музыкальные произведения. Ну вот так где-то. Сейчас начнется салют, через минуту.
Бывает редко, когда в основном мужские голоса звучат. А вот теперь давайте все вместе. Вся камбинг-группа, все Ставрополье, а здесь не только Ставропольский край, ведь камбинг-группа – это место, где отдыхает вся наша великая страна, вся Россия. Значит, можно смело сказать: Россия, ты готова? С удовольствием приглашаю на эту сцену для торжественной церемонии открытия губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова. Дружней встречаем! Уважаемые земляки, дорогие отдыхающие, вместо массовой информации, мы долго идем вещам, которые подарят радость нам, нашим детям, о которых мы будем помнить очень долго и очень будем стремиться делать еще лучше. Я хочу сегодня всех поздравить с этим праздником. Предлагаю всем сделать небольшое шоу фонариков для того, чтобы мы друг друга видели, потому что от работы каждого из нас, посвятите мне, пожалуйста, потому что от работы каждого из нас, каждого человека, здесь больше 10 тысяч человек собралось. Зависит то, что мы сегодня делаем. И это достижение каждого ставропольца и всего нашего большого Ставропольского края. С праздником вас! Начнем же шоу! Владимир Владимирович, может быть, тогда все вместе? 3, 2, 1!